Единственной темой нынешнего заседания Рязанской городской думы стал отчет мэра города Виталия Артемова. Городоначальник сообщил депутатам, что городской бюджет нынешнего года сохраняет социальную направленность. По-прежнему приоритетным является финансирование социальной сферы. На образование, культуру, спорт и социальную политику израсходовано 4 миллиарда 600 миллионов рублей, или 63%, что позволяет считать бюджет города Рязани в 2012 году социальным. В приоритете у городской администрации ремонт дворовых территорий. Мэр Рязани Виталий Артемов даже предложил депутатам объявить будущий год годом благоустройства. В рамках целевой программы «Ремонт дворовых территорий новоквартирных домов» выполнен ремонт 131 двора и 5 проездов к ним. Общая площадь ремонта составила 125 тысяч квадратных метров. На реализацию программы было выделено 145 миллионов рублей. Всего за 4 года в городе было отремонтировано 25% от общего количества дворовых территорий. Виталий Артемов пообещал за ближайшие 2 года за счет реконструкции обеспечить почти 900 дополнительных мест в детских садах Рязани. Также в планах постройка 2 детсадов в Конищево и Кольном. Присутствующий на заседании Гордумы губернатор Олег Ковалев призвал чиновников поторопиться с выполнением проектных работ. Коснулся мэр Рязани и вопросов экологии. Возобновление свалки опасных отходов на полигоне химволокна он не допустит. Администрация занимает принципиальную позицию по данному вопросу. Мы категорически против возобновления деятельности полигона. Я обращаюсь к рязанцам с просьбой объединиться в борьбе за экологию нашего города и высказать свое мнение в одном из общественных приемных, которые организована администрация. Особое внимание чиновников горадминистрации, по словам Артемова, будет уделено ремонту дорог в областном центре. Уже создан дорожный фонд, благодаря чему, по мнению градоначальника, удастся отремонтировать больше разбитых городских улиц.